Всем привет, чувачки, с вами Мелскел. И сегодня мы с вами будем играть в Greg's Hotel. 5 ночей в Greg's Hotel. Это, как вы понимаете, одна из новых инди-игр, в которой мы должны будем провести 5 ночей в отеле. По какой-то причине вы покинули свой дом и переехали жить в новый город. У вас есть работа, но нет денег на новое жилье. Вы решили остаться на 5 ночей в Greg's Hotel. Наверное, вы бы могли позволить себе деньги на новое жилье с вашей новой работой. Типа, я дурак. Сразу у меня есть возможность жить как бы не в отеле, а я решил жить в отеле. Супер. Так, здоровенький Буле. Так, насколько я понимаю, это ресепшн. Здоровенький Буле. Добро пожаловать в Greg's Hotel. Я не понимаю мема с Greg's, но я, насколько понимаю, это Шрекс. Типа, Шрекс Hotel. Чем могу помочь? Привет, могу ли я получить комнату на 5 ночей? Пожалуйста. Конечно. У нас есть... У него забыли. У меня кого-либо. У нас есть комната на втором этаже. Я сказал, есть комната на втором этаже. Я сказал, есть комната на втором этаже. Ладно, это я дурачок. Нам нужно будет, я, насколько понимаю, пойти на второй этаж. Выйти мы не можем. Ух, ребята. Сжали булки в жопу. Поднапряглись и погнали. Где-то здесь должен быть проход. Я не знаю, кстати, это вообще, ну, выглядит как инди-хоррор на самом деле. Но я не уверен, что это инди-хоррор. Это, кстати, от того же разработчика, который сделал игру про Спанчбоба. Если не смотрели, ссылка будет в описании. Так, тут у нас осел. Жалко, пацана, жалко очень. С ним можно поговорить, что? Меня за идиота держит или реально с ним можно поговорить? А, это я дверь могу открыть. Там что-то проползло. Я точно видел, что что-то проползло. Что там в Шреке могло ползать? Так, тут у нас странное существо в очках. Похоже на Шрека, но без ушей. Немножко, совсем чуть-чуть. Нам, скорее всего, куда-то сюда, да? Закрыто. Там же что-то ползло. Почему мне нужно туда идти обязательно? Тут открывается что-то? Открывается. Скорее всего, это моя комната, да? Мне нужен туалет, когда я сплю. Тут кто-то заполз в эту комнату. Тут у нас содовая. Шкаф какой-то подозрительный. В Нарнию, наверное. Блин, нам 100% сюда. Заперто? В смысле заперто? Куда мне? Я могу картину двигать? Что? Почему? Мне мелочь дали, что за звук? Чё-то непонятно. Нам в любом случае не сюда. Нам нужно в другую комнату. Извините, а где ванная? Ванная — это первая дверь слева. Какая-то просто стрёмная ванная. Я могу... Неожиданно немножко. Так, хорошо. Надеюсь, я... Как бы все хорошо, да? А, или мне сюда и нужно было сходить? Нет, мне нужно было в ванную сходить. Блин, нам по-любому туда, куда мы шли все-таки. Первая дверь слева. Это вторая дверь слева, блин. А мне туда точно нужно идти? Там портал с Майнкрафта, я не хочу в ад. Знаете, первый секрет? Greg's Party. Это приватная комната? Это все типа ночь первая. Дайте мне поспать, блин! Что мне делать? Как мне с тобой общаться после того, как ты мне такой приватный танец устроил? А, все заново? Типа, а, я просто секретку нашел. Может, мне просто нужно реально сходить в туалет на первом этаже? Вот то, что он имел в виду, вот это вот слева находится. Какое красивое дерево. Разработчики прям вообще не парились. Дайте мне, пожалуйста, ключ от туалета. Наверное, мне просто нужно сходить в туалет. Ужас. Опахнаяк. А теперь можно идти спать. Реально? То есть все, первая ночь, все, первая ночь окончена, ночь вторая. Чего, блин? А че я опять на ресепшене? Почему я просыпаюсь на ресепшене? Привет, добро пожаловать, что ты делал сегодня? Могу же я это спросить? Просто сложная работа на новой работе, которую я получил. На покупку нового дома осталось не так много. Nice. Кстати, у меня есть кое-какие дела по уборке, на которые у меня нет времени. Вам нравится помогать и получать за это деньги? Это звучит как хорошая сделка. Какая нафиг сделка? Я сейчас должен туалет драить, блин. Найс. Видишь коробки сзади? Нужно их отнести на второй этаж. Ну что, поехали. Я еще, блин, в игре грузчиком не работал, трындец. Поехали, поехали, давай. О, комната открылась. Выглядит как маленькая такая красная комната. Такие какие-то мечи странные. Блин, вот нифига не делает. Просто сидит на ресепшн такой, типа, у тебя отель вообще задрыпанный, блин. Помойся. Вторая коробочка. Третья, скорее всего, что-то будет не так, да? А можно оружие взять? А ну иди сюда. Я не хотел... О-о-о-о-о-о-о. Что делать теперь? Мне это за не заплатится. Я убил хозяина отеля. Как скинуть оружие, блин? Вот черт. Я не могу дверь открыть. Блин!
открыл новый секрет, ты убил Шрека и сохранил себе жизнь. Поздравляю. Чего, блин? Я так что, все секретки открою, блин. Кстати, если вы хотите еще инди-игрушки, я видел, что вам нравятся вообще инди-игры разные. Ставьте обязательно лайки, если не подписаны, подписывайтесь. И пишите в комментарии, какие игры может еще поиграть. Куча есть интересных игр, которые я вообще в жизни никогда не играл, потому что они инди как бы. Очень много их выходит, не успеваешь во все поиграть. Напишите в комментариях, типа, какая-то игра, поиграй. И я посмотрю, может, что-нибудь поиграй. Потому что вот эту игру мне посоветовали в комментариях, так что спасибо большое, что посоветовали. И мы идем к 3 миллионам, так что подписывайтесь. Теперь все заново. Начинать. Твою мать, вот так тебе и убивай. Возьми на всякий случай оружие. Так, последняя коробка. Я тебя трогать не буду больше. Я так сусь хоррора. Вы бы знали просто, я так ненавижу ужастики, а играть еще в них. Боже, я вот каждую секунду думаю, что на меня сейчас нападут. Твою проходить, твою мать. Так, все, я тащу последнюю коробку. На этот раз я оружие брать больше не буду. Молодец, иди спать. Спать пришел? Я заплачу завтра. Спокойной ночи. Так, это странно то, что он завтра заплатит. Так, мне нужно в туалет перед сном. Сюжет пока что особо не меняется. Вторая ночь при этом. Вторая ночь. Идем спать. Что происходит? Ночь 3. Это мне такой ужастик приснился, дебильный. Если это все, что есть хоррор, это самый дебильный хоррор. С возвращением. Как спал последнюю ночь? Неплохо. Прошлой ночью мне приснился кошмар. Мне очень жаль это слышать. Надеюсь, с тобой все ок. Потому что у меня для тебя есть новая работа на эту ночь. Я хочу, чтобы ты взял метлу в той комнате, в которой ты вчера складывал коробки. И начал мыть туалет. Пожалуйста. Спасибо. Ладно, пойдемте за метлой. Мне интересно, что вот эти бочки тут стоят, блин. Это так странно выглядит. Это же отель. На каждом шагу, блин, что хоррор. Так, вот метла. А нормально, что мы метлой будем мыть пол в туалете? Я сказал, бери метлу и начинай убирать. Какой ты бесячий. Так, а что тут, как тут убирать? Как чистить? Блин, я реально буду мыть пол. Все? Я в жизни так же убираюсь. По центру что-то тик-тик. По идее мы все помыли, больше нам ничего здесь делать не надо. Он ушел. Так, тут у нас ключ. Брать ключ или не брать? Но он, по идее, должен нам... Он нам не заплатил, кстати. Может, этим ключом можно это открыть? Опа-на. Тут какая-то записка. Уже поздно, но был способ убить Шрека во второй ночи. Это мне просто комнату дали открыть для того, чтобы я понял, что все, уже поздно, я не могу убить Шрека. Куда-то он пропал. Шрек, иди подальше, у меня есть швабра. Я не побоюсь ей воспользоваться. Кстати, его нигде нет. На всякий случай. Нож нельзя взять, блин. По идее все, типа я свободен, и я иду спать. Беги и не оборачивайся назад. В смысле? В смысле? Это мой ужас, да? Или это не ужас, или... Испугались? Обосрался. Полночь 3? Это даже не четвертый день? What the fuck? А что мне делать? Мне нужно типа просто сбежать, да? Так. У меня есть пару вопросов к тебе. О, уже полночь, сэр. Почему вы не спите? Мне только что приснился кошмар. Кстати, где вы были? Ты ушел, когда я почистил туалет. Извини, мне нужно было кое-что сделать. И я проверил туалет. Он был очень чистым. Спасибо. Иди спать. Сейчас полночь. Ладно. Прикиньте, он мне снится. Я, наверное, в него влюбился. Ты проспал третью ночь. Ночь 4. О! Ты что, дурак, что ли? Почему сразу так страшно? Мне просто страшно от его лица. Самое хреново, что я сейчас ночью записываю. Мне после этого тоже спать как бы. Что-то он злой немножко. Совсем чуть-чуть. Все окей? Я хочу какать. Да. Все окей. Есть небольшая проблема со светом. Скоро все починим. Хорошо тогда. Хочешь, я тебе что-нибудь сегодня сделаю? Не надо ничего делать, ты что, одумайся? Нет, то есть, да? Ты боишься крови? Нет, но почему ты спрашиваешь? Возьми опять веник и почисти туалет. Что-то начинается хоррор. Ну так-то, я его во второй ночи убил, так что все нормально. Если что, Шрека отдубасим веником. Так, ну он здесь, все хорошо. Я сказал, почисти туалет! Хорошо, скажешь, хорошо. Стремно. У вас там труп? Что за хуй? Здесь. Я должен убираться отсюда. Очистить мы будем? Может, почистим хотя бы, пожалуйста. Я не хочу, чтобы Шрек на потерял. Может, в туалет сходим? Я думаю, прямо сейчас лучше всего сходить в туалет.
Так, я в какой-то желтой комнате. Ночь 5. Пятая ночь. Прям сразу? Да. Какой ты злой. На моего бади похож. Дай мне уйти, жирный зеленый. Я отпущу тебя, если ты примешь челлендж. Собери 40 луковиц для меня. Иначе я сделаю ковер из твоей кожи. У тебя есть 1 минута? Твою мать! Двигай свой зад, иначе я убью тебя. Луковица, луковица! Оп! Я не смогу собрать 40 луковиц, вы прикалываетесь? Каким нафиг образом? Вы видите, как они разбросаны? Я не могу каждую секунду луковицы собирать. Черт, 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 черт! 30! Да я не успею, как бы я не хотел! Вы че, с ума сошли? Это я бегаю сейчас даже! Вы че, прикалываетесь? А, можно не нажимать Е. Просто нужно на них набегать. Хорошо, хорошо. Но я не успею, 23 луковицы, ты дебил. Я не успею, все, я не успею, что мне делать тут? Вот мне сейчас нужно бежать несколько секунд, чтобы найти проход. Я надеюсь, не надо будет все заново проходить. Последние секунды, что мне делать теперь? Время закончилось. Он находится на мне, да? Так, 6 луковиц, я вижу еще 2. Привет. Он там сзади бежит. Где он? 4 луковицы. Я вижу там 1 луковицу, но я туда не пойду. Что мне делать, что мне делать? Твою мать! Тут узкий проход, блин! Еще 2 луковицы. Я вижу 1 и 2, но я пошел в тупик, я дебил! Так, мув! Там последняя луковица оставалась, я же видел ее вообще своими глазами. Побежали, куда я с ним опять общаюсь, блин. Давайте, самое главное, что как бы за минуту мы можем собрать очень много луковиц, но мы еще можем собрать после этого еще луковицы. Я каждый вечер убиваюсь. Время вышло. Так, я сразу в тупик пошел, все хорошо, так и надо было, тут меня в прошлый раз убили. Куда мне бежать? Мне осталось 13 луковиц собрать. Иди нафиг, я тебя видел. Вот тут, скорее всего, я все луковицы не собрал. Спасибо за игру. На эту игру у меня ушло 270 часов. Офигеть, как он долго делал. Ого. В общем, ребят, вот такая вот была игра, боже сумасшедшая. Инди-игры это и хорошо, и как бы... Мне реально страшно каждый раз. В общем, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, если не поставили лайки. А с вами был Милоскел. Пишите в комментарии, какие игры еще поиграть. Может быть, всем удачи и всем пока. Пока. Пока.